Всем здорово. У нас сегодня GLC, кузов 253. Пробег у нас 700 километров и уже не работает клавиша. Эта клавиша управляет менюшкой. Это у нас она и ОК, и вверх-вниз. Она сенсорная, то есть должна быть влево-право, вверх-вниз. Нам нужно ее поменять. Так, что нам надо, ребята? Сначала снять подушку. Подушка у нас снимается, кто в теме, тот знает, пробивается руль. Обивка руля пробивается слева и справа, сейчас покажу. Вот. Видите, пробивал. Вставляю отвертку, да и все. Он взял отверточку. Вот. Пробил. Пробиваете, нажимаете на усики. Слева и справа пробили, да? Подушка у вас выходит на себя. Вы соединяете желтый разъем, он вот соединяется, ну там два усика, он получается вот тут. Вам посвечу. Так, вот. Сняли разъем, сняли подушечку, теперь отсоединяете разъем с левой стороны. Ну то же самое, там два усика нажимаете. Потом отсоединяете массу с контактной планки. Это контактная пластина на, для сигнала. Отсоединили хвостик. Вот снимаете вот эту планочку. Так, сняли. Положили сюда. Так, и теперь вам надо добраться к болтам, которые идут с той стороны. Вот получается панелька наделится с той стороны на трех болтах. Я вроде все разобрал, но так, чтобы было легче, потому что снимаю сам. Что для этого нужно? Вот фонарик. Вам нужно снять вот эту, типа, хочу быть хром накладка называется. Ну, это хром, типа, ну, только пластик, но хочу быть хром, покрытый там каким-то полимером. Для этого вам что нужно? Для этого нужна сила. Она не крепится, она крепится только вот, если видно, вот такими Т-20 саморезами. Получается вот отверстие. Это будет хорошо видно, когда вы снимете контактную пластинку на сигнал. Вот 2Т20 открутили. Теперь она у вас крепится только на вот таких вот, видите, сейчас покажу. Такие стопоры. Вот стопоры. Раз, два. Они все идут по центру. Вот идет стопор. Он вставляется в резиновое основание. Ребят, на просто сила. Вот и все. Брал. Делайте вдох. Подрываете, делаете вдох, подрываете, подрываете, подрываете. И когда вы это все сделали, вы можете взять ее и на себя потянуть. Покажу вам с этой стороны. И получается у вас вот. Раз, два, три отверстия под саморез. Ну, я их уже выкрутил, потому что вы просто понимали. И у вас это, видите, клавиши у вас, они выпадают. Сам снимаю, неудобно. И разъем вставляется вот в эту контактную пластиночку. Ничего сложного нет. Главное вдох, сила, и все у вас получится. Ну, собирайте все потом в обратной последовательности. Думаю, тут ясно, понятно. Руль снимать в, это, в этом исполнении не нужно. Бывает там с вибро, этим самым, с вибромоторчиком, бывает там АМГ. Там надо, бывают такие случаи, что разбирается весь руль. Даже вот этот хром, он тоже разбирается. В нашем случае ничего, руль снимать не надо, он стоит, как и стоял с завода. Так, вот три саморезика, да, которые крепят вот это вот блок кнопок слева. По поводу кнопок, ребята, приходит комплект лево и правое. То есть, ну, вы заказываете левое, вам придет две. Покажу. Вот комплект. Сейчас. Поставлю фонарик. Вот, смотрите, вот комплект. И лево, и право. Хотя вам нужен только один. Если вы заказываете по ЕПЦ левую, вам придет две. Ну, меняете ли две, или одну, там уже смотрите сами. Там, ну, сколько у вас там их не работает. Все, ребята, думаю, такое видео было интересное, полезное. Ставьте лайки, подписывайтесь, будет обновление. Пока-пока.